Всем доброго утра! Мы собрались уже на второй день свадьбы. 10 часов нас приглашали, вот сейчас ровно 10, даже чуть-чуть побольше. Сандалики в машине! Вот, так что где я здесь потерялась? Вот я. Вот, помыла голову в своей шапке. Я говорю, сижу, не моя прическа была вчера, как будто шапка на голове. Так, и сейчас я тебе отнесу в машине твои сандалики. Да вчера разбулся и заснул. Шишки нам вчера дали и каравай. Вот так вот, сейчас все упаковано. Раньше просто так давали, я помню, на свадьбе, да, когда мы были маленькие. А теперь уже все культурно упаковали. Вот, будем кушать. Должны быть очень вкусные. Обычно. Сейчас скоро будет это, подарки на карту скидываться. Да, сразу это проводить. Пост, да? Для свадьбы. Мы же опять у лагуны. Дома тишина. Никого. Мама, а мелочи у меня висят. Ну, хорошо. Мама заряжена. А вон уже останавливает. А что там банк? Милиция. Второй день даже всегда интереснее. Да. Парковка платная, интересно. Прикольно. Ой! Куда? Прячь деньги себе в карман, а то сейчас у тебя все вытянут. Да он же будет кидать в банку, зачем? Марина, для чего тут с банкой стоит? Чего не хватает? У нас, по-моему, все включено было, еще со вчерашнего дня. Это вчера было, сегодня все выключено. Сегодня уже выключили. Аккуратно только. О, Лиза, ты молодец, работала. О, Лиза, сколько приготовила. Так а сколько мы должны? Виношку оголяй, почай. Марине было плохо с математикой, можешь ее обдурить? Вот 150 за это только за вход. За вот. Это за красивую цыганку. За красивую цыганку. За меня. Мне жарко, всех торможу, на трусы. Ты заработаешь. Да так не бывает, и тут, и там. Выбери профессию одну. У меня их две. Три. Меняйте ценник. По 300 рублей. Да ё-моё, то есть чем раньше, тем дешевле, да, выходит? Да. Тогда другой разговор. Подряд. Вы смотрите, асфальт дорогой. Я не за себя переживаю, я за асфальт. Опусти. Ты что, так будешь лёжа? Афонь, с папой пойдёшь? Ой. Ну, вот и все. Ой, хорошо. Что-то непонятно. Отрабатывай. Я буду платить, а вы не стоите. Деньги упали, Гриша, лови. Еще, еще. Еще катайте. Сейчас они тебе будут платить, чтоб ты вылез. Туда занесите, пожалуйста, меня. Все, хватит, а то мне уже... Кидайте его. Черт. Пожелание, и привяжи. Да?
Да ты че? Сейчас будем сидеть и раком ловить. Да. Пойду я переставлю. Не трогай. А? Не трогай. А че? На одном месте ничего не клюет. Это ж у меня, мама, на блине. Где моя башка мокрая? Гриша, заходи. Меня облили. Маша, такая путёва женщина, на что похожа? Туфли на резиновом ходу. Кому глаза? Куда смотреть? Ha ha ha!
давайте им. Привет. Ой, я не доверяю мое мороженое, да, им? Вы выспались? Да, дети поехали спать, а мама еще гуляла. Сейчас сколько там, до 5, да? Ну ты гуляка, а! Да, вообще кошмар. Да, 17:33. Ну, мать. Так и скажи, что ты просто хотела показать свой телефон. Да? А что мне там, на муха что ли села? Здесь. На этом. Кто тут? А где Григорий? Там, наверное, с папой. Не знаю. Удача или счастье? Гриш, ты куда? Брусья. Гриша, ты куда? Марго, звоню, поехали! Покажи, покажи. Маргосичка, покажи цветы. У тебя вообще красивый, да? Ага. Как красиво. Да ты кому? Скажи мне колечко. Ой, ты боже мой. А у вас? У меня просто ногти и все, без колечек. Ну, у моей мамы колечки. А у твоей мамы колечки? Так, все, пошлите, я тогда буду садиться. Вы тут будете? Пока, пока. Все, ты сказал пока? Нет, еще недалеко. Ты хочешь, чтобы далеко уехали? Да. И тогда будем заходить? Да. Да, Фоня любит, когда все далеко вот так уезжают, да, чтобы их было уже не видно, да? Да. Тогда будем заходить, да, сынок? Сынок, тебе на свадьбе понравилось, Фоня? Нет. На свадьбе? Да. У Вовы, что мы там делали? Купали. Купали? Да. Кого купали? Деда Кули. Лёню. Да, дедушку Лёню покупали, он теперь чистенький, да? Да. Как мокрый. И только мокрый, да? Ты видел его? Вот тут мокрый. Да. А тебе пали? А мне как по голове мокрые волосы были. А тут? И тут было мокрое? А мне было тут мокро. Да? А тут было мокро. Очень мокро. Да, вот она мокрая. Выхожу на улицу включать свет, потому что уже и темнеет. Все, зажглись огоньки. Сейчас они нагреются. На самом деле не знаю, как они такие энергосберегающие лампочки. Они сразу вроде не сильно светят, а потом нагреваются и прям ярко становятся. Луна уже выросла. Это было недавно такой прям маленький месяц. А папа тут собрались делать... С Гришей брусья. Железо уже принесли. Две трубы. Выкопали уже даже ямки. Папа, это вы что, будете бетонировать? Да. Короче, здесь темно, поэтому две черные ямки. Вот они. И будут к турнику. Вот турник. Вот он, вот турник. И вот вторая его часть. И к турнику будут делать брусья. Так, я сейчас буду разбираться с посудой, потому что у нас тут... Хотя нас не было всего один вечер, получается. Ну и сегодняшний день, и все. Но все равно тут надо сейчас все пораставлять, посудомойку разобрать. Все, что я вчера тоже помыла. В общем, вот так вот. Свадьба прошла офигенно. Мне вообще нравится, когда это все мероприятия, которые устраиваешь не ты. Знаете, отдыхать, конечно, не работать и не устраивать эти мероприятия, но... Зал, могу сказать, был украшен очень красиво, мне очень понравилось, как был украшен зал. Вот, было очень красиво, и все вот эти вот вместе навсегда деревянные штуки, и сердце с инициалами, и с датой, которая тоже была из фанеры вот, да, вырезана. В общем, все было очень красиво, цветы красивые, цвета вообще, вот эта куча органзы, куча... фонарей, гирлянд. В общем, было все очень красиво и вкусно. Вот. Вот, в общем, было здорово. Мне кажется, было и достаточно весело. И танцевали, играли. Детям очень понравилось. И нам даже не пригодился второй комплект одежды. Потому что детям дали наставление дома, чтобы они были чистыми, чтобы не заляпали белые рубашки. Если честно, сначала боялась, но потом думаю, ну это же все-таки свадьба, тем более Афоне, ну, детям-то понятно, Грише нужен белый верх, темный низ,
Антошке тоже для садика выступать, но Афоня уже тоже пошел в садик, теперь у него тоже будут утренники, и он будет красивый на утренниках, в белой рубашке, в брюках. Вот, поэтому надо ему только туфли купить, потому что что-то я не видела просто. Как раз там до этого таких вот детских красивых маленьких туфелек. Они начинались с 27 размера. Вот, а у нас у Афоньки 23-24. Поэтому как бы нам они еще большеваты. Вот. В общем, здорово было, мне понравилось. Что еще? Было все вкусно, куча блюд в лагуне, вот именно мы были в кафе «Лагуна» в местном, оно находится недалеко, получается, от родителей, то есть мы родители вообще пешком даже пришли, вот, и там было много горячих блюд на мангале, всякие свиные, такие как пальчики, как они называются, в общем, отбивная, завернутая с там что-то внутри и... беконом, вот, обвернутая, она была на мангале, люля-кебаб, картошка была как гармошкой сделана на мангале, в общем, куча всего вкусностей было на мангале, но еще, конечно, еды там осталось, вообще, я не знаю почему, офигенно было охлаждение, даже чересчур, вот сегодня была комфортная температура внутри, а вчера мы даже замерзли, даже попросили немножко... эти кондиционеры притушить, потому что очень жарко. Вернее, очень холодно, очень дуло. И вот это, конечно, не хотелось выходить из зала, потому что там же есть в лагуне вот такой дворик с прудиком а-ля болотцем и с беседками. И там, знаете, вот это контраст температур очень, конечно, большой. Там душно, тут аж прям холодно, и мы сидели... И как раз прям такой струя холодного воздуха дула на нас. Ну, так, то есть дома бы так никто не охладил. Поэтому здорово все-таки было. В общем, все понравилось. Детям все понравилось. Все же не понравилось. И я думаю, что всем понравилось. Поэтому было круто. Вот. А сейчас пошла с посудой разбираться. Так, ну что, мы уже начали пробовать шишки с чаем. А ты с кефиром начал пробовать шишки? А ты с... А где твоя шишка? У Гриши? Да. Ну возьми, он сейчас чуть-чуть и тебе даст. А, я сейчас все съем его. Да?